дорогой дневник. А не пошел бы ты? Меня зовут Сидни. Я скучная 17-летняя белая девчонка. Во мне нет ничего особенного. Йо-хо! Это может помочь тебе. Я закипаю внутри. Я и не хотела бы, но так получается. Привет, Сид. Привет. Стэнли Барбер. Он живет со мной на одной улице. Обувь. Нафиг она. Моя лучшая подруга Дина. Дина кинула меня, чтобы тусить с недоумком Брэдли. Ты вообще улыбаешься? Это потому, что моего отца не стало прошлой весной. Без тебя жизнь совсем другая. Дорогой дневник, когда же утихнет боль? Это, наверное, из-за полового созревания. Со мной что-то не так. В смысле? Я не такая, как все. Каждый иногда чувствует себя фриком. Да, наверное. О, боже. Дорогой дневник, что за фигня со мной происходит? Расскажи мне все. Мне можно. Тебе надо попытаться получить нормальный школьный опыт. В каком же мире мы живем? Охренеть! Что он делает? Погоди. Привет.